показывают новое, берем и идем. Любой крестный ход символизирует духовный путь верующего человека, его следование за Христом. И именно поэтому впереди молитвенного шествия всегда несут крест, образ искупительной жертвы Спасителя и одновременно будущей вечной жизни. Для христианина это не просто дорога со святынями, это прежде всего путь проникновенной молитвы, преодоления и преобразования самого себя. 1 июня 21-й Большой Волжский крестный ход отправился в двухнедельное духовное путешествие по приволжским городам и селам 11 районов Тверского региона и город Дубну Московской области. По многолетней традиции молитвенное шествие начало свой путь от колыбели главной русской реки рядом с женским монастырем, освященным в честь равноапостольной княгини Ольги. Два десятилетия назад, в преддверии 2000-летия Рождества Христова, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, от истока Волги начался крестный ход по водам трех великих славянских рек – Волги, Днепра и Западной Двины. А спустя год было принято решение объединить в один праздник дореволюционный обычай ежегодного освящения истока Волги и начала Большого крестного хода. Это молитвенное шествие с первого года своего рождения выбирает главную святыню, которую сопровождают паломники на протяжении всего пути. Этот выбор всегда приурочен к конкретным юбилейным датам и знаменательным событиям. Два года назад, когда православный мир широко праздновал 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского, начало крестному ходу с иконы святого дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично совершил чин водоосвящения Волги. Нынешний крестный ход обращен молитвенной памятью 200-летию обретения мощей благоверной княгини Иулянии Вяземской и Новоторжской. Многодневный путь проходит под покровительством иконы этой святой из Михайловской церкви города Торжка. В своем напутственном слове митрополит Тверской и Кашинский Савва сказал: «В наше время, когда не только молодое поколение, но и люди разных возрастов страдают от катастрофы окружающей моральной ситуации, подвиг святой княгини-мученицы своевременно призывает нас обратиться к своей жизни, чтобы найти ответ на вопрос, на что мы готовы ради сохранения святости и чистоты истинной любви». Наверное, многие замечали, сколь мимолетно нынче относятся к этому понятию, праздно разбрасываясь самыми важными словами. Ведь им должно произноситься не в суете светской беседы, а бережно, от всего сердца. Именно так, с легкостью, бросаются на ветер речи о любви, преданности, дружбе. Однако что остается после них в душе произносящего? Зачастую бывает, что ничего и не остается. Грош – вот цена таким словам. Трагедия современности заключена в утрате ценности слов. Теперь люди уже не передают в них исконное глубинное значение, не затрачивают душевных сил, не дорожат ими. Потихоньку они заменяют собой все то, что замене подлежать не может. Поэтому, чтобы не потерять окончательно связующую нить между временной эпохой и неприходящими ценностями, мы должны чтить память тех, кто примером своего жития показал, что в каждой ситуации, при любой власти и историческом времени главное – оставаться христианином, не изменять своему выбору, не предавать Христа и быть верным Ему до конца. Бессменный организатор Большого Волжского крестного хода протоиерей Павел Сорочинский знает, что каждый год этот паломнический путь становится непреодолимым для тех, кто недостаточно серьезно к нему подготовился. И речь не о физической немощи, а о духовной. Поэтому многие паломники решают присоединиться к крестному ходу, чтобы испытать свой дух и превратить телесное испытание в жертвенное. В Оржеве, куда молитвенное шествие пришло 6 июня, столбик термометра перевалил за отметку 35 градусов. Рекордная жара для Центральной России в начале июня. Но жителей города воинской славы это не остановило. Конечно, каждый крестный ход имеет свою окраску, свою направленность, свой характер какой-то, да. В этом году у нас погода, видите, какая температура очень высокая. Но несмотря на это люди приходят, люди пришли. И мы прошли по городу сегодня и утром перед литургией. И сейчас пришли вот сюда, в собор новомучеников, исповедников российских. Как обычно, крестный ход всегда встречают с большой теплотой. Мы прошли уже в Верхней Волжье, Житиный монастырь, Нилову пустынь прошли, Пеновские озера посетили. Вот и везде люди встречают с теплом, встречают нас как старых знакомых, потому что
помнит по прошлым крестным ходам нас, и мы встречаемся с большой теплотой. Волжский крестный ход, он имеет свою традицию. Насколько важна? Нужно спросить у людей, которые пришли сюда, спросить, насколько им важно это. Пока люди приходят, значит, им это нужно. Значит, это все востребовано сегодня. Поэтому я надеюсь, что этот крестный ход, он не последний, что он будет иметь свое продолжение и в будущем только расширяться. По крайней мере, в этом заинтересованы и простые люди, и духовенство мы, и наш владыка митрополит, и местные преосвященные всегда ждут с нетерпением этого крестного хода. Он завершится 15 июня в Калязине, в Троицкую родительскую субботу и в канун большого праздника Святой Троицы. И именно в этот день, 200 лет назад, были обретены мощи святой покровительницы 21-го Волжского крестного хода, благоверной княгини Иулянии. Икона святой мученицы вернется домой, в Торжок, чтобы через короткое время принять участие в торжествах по случаю юбилейной даты. Об этом празднике и духовном подвиге благоверной княгини мы обязательно расскажем в одном из ближайших выпусков нашей программы. Еще столетия назад на Лихославльской земле молитвы возносились в 120 храмах и часовнях. Сегодня на территории Лихославльского благочиния Бежецкой Весегонской епархии всего 7 действующих приходов и множество почитаемых новомучеников и исповедников, разделивших судьбу поруганных в годы богоборчества храмов. К счастью, в наши дни возрождаются не только церкви, но и память. В 1918 году, когда закрывали храм в деревне Гнездово, прихожане стали отстаивать этот храм. И особенно ревностно отнеслись именно вот эти два прихожанина, Петр Жуков и Прохор Михайлов. Вот за их вот эту преданность революционеры их сначала арестовали, потом повезли на суд в город Вышний Волочок. Ну, как это часто бывает, до суда они не дожили, их по дороге замучили. Ежегодно проходит крестный ход, вот как его называют, кровавый путь, где их арестовали с деревни Гнездово и везли до того места, когда их замучили. Его организовывает священник с Пировского благочиния Дмитрий Лихачев. Собирается множество прихожан, 17 километров идут пешком. Чем знаменит наше небольшое вот это Лихославское благочиние? Здесь родились великий мыслитель, как его называют, русской православной церкви, игумен Никон Воробьев, который оставил после себя много рукописей, много духовных сочинений. Сейчас они все печатаются, и когда мы читаем эти стихи, мы удивляемся до глубины души и вот этого истинного подвижника нашей русской православной церкви. То, что он имел такой вот дух, можно сказать, подвижников, древних подвижников, когда читаешь житие святых отцов. Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова или Ефрема Сирина или прочих, то и знакомясь с жизнью Никона Воробьева, то очень много общего. Это был молитвенник, это был человек очень тихий, спокойный, у него не было никакого зла, очень верующий, глубоко верующий, и который привел к вере множество людей. И второе имя – схиигумен Иоанн Валаамский, фамилия Алексеев. Он тоже очень известен и в нашей, и особенно в финской православной церкви. Что касается финской православной церкви, она его недавно канонизирована. То есть он там является святым. До 12 лет он жил в деревне Губка и ходил через поле в храм, в Знаменскую церковь села Ильинская, который действует и по нынешнее время. Потом он уехал, принял монашество, и мы знаем, что он был иноком Валаама, когда произошла революция. Часть Валаама осталась на территории Финляндии, и остался там схиигумен Иоанн. Он очень много потрудился, чтобы поднять финскую православную церковь и в плане строительном, и в плане духовном, и вообще для финнов он при жизни его называли святым угодником Божьим. Они до сих пор его очень сильно почитают. К нам приезжала делегация где-то года 4 назад во главе с митрополитом Пантелеимоном
это митрополит Финской православной церкви, приезжал наш владыка Филарет, епископ Бешецкий, Весегонский, 30 человек паломников финнов, и значит, владыки служили в деревне Илинская в Знаменской церкви. Это было тоже торжество. С отцом Николаем мы разговаривали в Лихославльском храме Успения Пресвятой Богородицы, судьба которого стала отражением целой эпохи. Церковь, построенную в 80-е годы XIX века на средства прихожан и набожного купца Павла Михайловича Зверькова, возводили всем миром. Жители одной деревни месили глину, другой обжигали кирпичи, третьи возили с поля огромные камни, которые легли в мощное основание храма. Последним священником, служившим в этой церкви вплоть до ее закрытия в 1937 году, стал протоиерей Александр Дамаскин. Арестованный по ложному доносу настоятель был расстрелян. Через 20 лет после смерти Сталина его реабилитируют. Но до начала восстановления поруганного храма пройдет еще 30 долгих лет. С момента закрытия дома Пресвятой Богородицы здесь было кинотеатр, птицефабрика и парашютная вышка. Потом встроенную свечку колокольни разобрали на кирпичи. 3 или 4 раза пытались взорвать и храм, и даже однажды заложили взрывчатку, но люди отстояли. Помогла и близость к железной дороге, руководство которой обеспокоилось сохранностью железнодорожных путей при взрыве. В этом году церковной общине исполнится 30 лет. Отец Николай с благодарностью вспоминает ее старосту Анну Яковлевну Танатарову, бывшего главу администрации Лихославльского района Владимира Николаевича Иванова, прораба Николая Васильевича Забеляева, множество других людей и целые трудовые коллективы, которые возвращали из небытия храм без куполов, колокольни, окон и дверей. Сегодня он радует взгляд своей просветленной красотой. На празднике здесь только к причастию подходит более 100 прихожан, а стены украшают новые иконы. Есть среди них и особо почитаемые, с частицами мощей, великомученица Параскевы, преподобного Нила Столобенского, преподобного исповедника Сергия Сребрянского. Старожилы помнят, как сосланный в деревню Владычню с запретом на служение духовник Марфа Мариинской обители и великой княгини-мученицы Елизаветы Федоровны приходил в этот храм. Известно, что исповедовал вот примерно в этом углу. Вот так прихожане мне говорили. Он приходил в мирской одежде, потом одевал подрясник, одевал крест, одевал и петрохиль, поручи, и люди к нему цепочкой шли на исповедь. Вот, вот это точно известно. Служить здесь ему не давали. Что касается других храмов нашего благочиния, например, в селе Линском есть Знаменская церковь. Там, по свидетельству прихожан, он служил. И в других храмах, которые еще действовали, он приезжал и служил там божественную литургию. Вот это точно известно. Незадолго до кончины он стал собирать своих чад духовных, прихожан, и стал им говорить, что вот я умру, значит, сейчас наступают времена трудные, но они давно уже идут, но придет время, когда храмы откроются, и будут вам их же, вот, верующим, их возвращать, и вы тогда берите их, восстанавливаете. А люди слушали его и не понимали, о чем это он говорит. Когда кругом храмы закрывают, когда священников, монахов ссылают ссылки в лагеря, а он, то есть, видел далеко вперед. Возможно, прозорливый старец видел, с каким почтением и любовью будет вспоминать о нем не только старшее поколение, но и совсем юные жители Лихославльского района. Для учеников средней школы №1 города Лихославля стали доброй традицией рождественские чтения, для которых они сами готовят выступления с рассказами о жизни святого. Наверное, видел отец Сергий грядущее восстановление по благословению епископа Бежецкого Весегонского Филарета множество храмов с участием десятков неравнодушных людей. Усилиями игумена Афанасия, значит, священника нашего благочиния, было построено за вот эти 20 с небольшим лет 20 часовен, 20 деревянных алтарных часовен. И плюс, кроме 7 действующих приходов, восстанавливается где-то еще около 8 храмов. Возрождение духовной жизни похоже чем-то на продолжительный и трудный крестный ход с его тяготами и преодолениями. Не все понимают, не все участвуют, не все принимают его молитвенную помощь и пожинают добрые плоды.